Привет, друзья! Сегодня готовим необычную чучхелу из картошки, из грудки индейки и куриной грудки. Еще для сочности добавляем курдюк. Смотрите, все остальное покажем. Где наша кошка? На дерево попало, что-то неудачно я кинул. Кошка сюда не залезет. Сегодня кошечке придется потрудиться. Я случайно вот выкинул кожу индейки. Вот попал на дерево. Ничего, кошка наша шустрая, она достанет. Прокручиваем. Все специи добавляем по вкусу, а это сушеный чеснок. Это паприка. Вот острый перец, забыли вот такой вот. Все сделали, мариновали. Теперь отправляем в холодильник на пару часов обязательно. А это делаем клубничный компот. Thank you.
банку с медом, добавили воду для сладости. Добавляем мяту. Такую жару лед обязательно. Картошечку надо сварить до полуготовности. Это обязательно. Ребята, только видео посмотрите до конца, пожалуйста. В конце у нас будет розыгрыш, то, что мы обещали. Вот. Поэтому посмотрите, пожалуйста, до конца. Там вы увидите, кто победил, кто писал комментарии на прошлых видео. Вот. На прошлом видео, которое мы снимали, там оставили комментарии. Вот именно те, кто оставили комментарии, они участвуют в розыгрыше. Так что прошу вас смотреть до конца, чтобы узнать, кто, может быть, это вы, счастливчик, и получите приз от нас. Все готово. Все, ребята, готовьте, удивляйте ваших гостей, своих близких. Ребята, как и мы обещали в прошлом ролике, то, что разыграем вот этот чемоданчик, один из наших подписчиков его получит от нас просто подарочек, без всяких условий, без всяких, какая-то там, вот. Теперь, ребят, смотрите, у нас под прошлым роликом, где мы готовили торт, торт из мяса, собрался 135 комментариев. Мы вот все имена написали на бумажке вот и закинули сюда, вот, в этот стеклянный вот куб. И сейчас
наша дочка со своей чистой и честной рукой, она сейчас вытащит одного, кто получит этот чемоданчик. Так что смотрите, ребята. Давай, доченька, вытаскивай. Александр Попов. Вот. Александр Попов. Вот Александр Попов. Этот чемодан идет к вам. Так что, если вы нас смотрите, то напишите нам, или мы с вами тоже сами свяжемся. Скажите нам адрес, координаты, мы этот чемоданчик отправим вам. Так что поздравляем вас. Пользуйтесь на радость. Вот. Этот чемоданчик идет к вам. Теперь, ребят, чтобы у вас не осталось никаких сомнений, вот мы просто вон покажем вам, как бы то, что здесь на самом деле все разные имена. Пожалуйста, посмотрите. Вот. Вот здесь все, как бы именно те, кто писали, вот подписки. Ну, наши подписчики, те, кто писали комментарии, вот именно их имена. Здесь как бы вот просто любой возьмем, здесь одинаковых нету. Вот посмотрите. Видите? Все, именно все тут. Все те, которые писали комментарии, как бы, как мы сказали, на условиях, вот такие вот. А кто не выиграл, не огорчайтесь, у нас еще будет много розыгрышей, вы обязательно выиграете. Да, правильно говорит доченька моя. Вот, видите, ребят, как бы мне это все честно, как бы тут даже, ну, никаких даже, чтобы не сомневались никто, что тут как-то все что-то замудрили или что. Вот. И подарочек получается, получает Александр Попов. Все, ребята, до свидания. Следите за нашими роликами. Вот, будем так постоянно что-то новенькое готовить, вкусненькое. А вы следите за нами. Если что-то нравится, пишите комментарии. Вот. А призы будет еще очень много и очень интересные. Вот, поверьте, как бы. И всем пока. Удачи.